Всем привет, с вами Ксения и английский за 90 секунд. Поговорим сегодня об именах на английском языке. Существует правило транслитерации имен, в которых каждой букве русского алфавита соответствует буква или буквозачитание английского алфавита. Чаще всего мы их знаем, кроме тех, которые редко встречаются, например, Ж или Ц. Кроме этого, вы можете встретить твердый знак и мягкий знак, которые опускаются в английских именах. Но вы можете встретить знак апострофа вместо мягкого знака, хотя и редко. Русские буквы также имеют либо одну букву эквивалент, либо буквосочетание эквивалент, такие как ю, ю, я и е иногда. Например, в имени Дарья, Игорь, Ольга вы видите, что буквы опущены. Буква «ы» на английский передается буквой «y». Также, посмотрите, буквосочетаниями передается буква «ё», «ха». Буква «е» может быть как одной буквой, так и двумя буквами, если она передает два звука. Имя Елена можно написать двумя вариантами, и оба из них будут правильными. Кроме этого, окончание «ия» можно транслитерировать двумя вариантами, и оба из них также будут правильными. Но первое мы можем встретить намного чаще. С вами была Ксения и английский за 90 секунд. Всем пока!